Греческая площадь опять уходит под землю. Провалы образовались даже на проезжей части. Также деформированные пешеходные дорожки, плитка в некоторых местах просела на полметра. Еще когда Черный здесь выкопал котлованы, было много проблем, споров. И, в принципе, многие люди знают, что подземные сооружения, они очень сложны в оформлении, в вентиляции, в гидроизоляции. И, конечно, надо было подумать, прежде чем делать. То, что сделали некачественно и затрачены большие средства, ну что можно, посочувствовать этому человеку и пожелать того, чтобы здесь было сделано так, как положено сделать, профессионально, надолго. Я отмечу, в этом месте такие изменения происходят постоянно. Напомню, под землей располагается торговый центр, который создали под видом паркинга.